бессмертного полка. Кто сегодня становится в строй бессмертного полка? Салоников Александр Николаевич, 117-я мотострелковая дивизия. Ребята, которые защищали город Холм с 2 августа 41 года и до 44 года. Большое количество братских могил. Мы нашли место захоронения своего деда 71 год спустя после его гибели. То есть не теряйте надежду, ищите. Захоронение, к сожалению, там, где находятся его останки, из 183 человек нашли только трое своих родственников. Под холмом воевали 117-я мотострелковая дивизия, 115-я, 45-я, 75-я, 26-я, 319-я, 391-я. Если чьи-то родственники освобождали город Холм или сражались у старой Русы, пусть обращаются, может быть, я смогу помочь. Ваш адрес? Я живу в городе Вестклифф. Мой телефон 07-88-123-975. Меня зовут Ольга. 07-88-123-975. Саугал!